بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, уважаемые братья и сестры. Из причин для того, чтобы легко проснуться на утреннюю молитву, в первую очередь, самая большая причина — это ас-сидху маа Аллах, это искренность с Аллахом субхану ва тааля. То есть человек перед тем, как ложиться спать, он искренний, он готовится со встречи со Всевышним Аллахом субхану ва тааля из-за любви к Аллаху, из-за богобоязненности перед Аллахом субхану ва тааля и надежды, то, что его обещает, ожидает великая награда от Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Также человек должен делать дуа, просить у Аллаха субхану ва тааля дуа помощи, чтобы он дал ему возможность проснуться на утреннюю молитву. Также таваккуль аля Аллах, сердцем полагаться на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля в этом вопросе. Также не нужно переедать, не нужно много кушать перед сном, пораньше ложиться спать. Это из больших, великих причин для того, чтобы проснуться на утреннюю молитву. Также верующий должен бояться, если он легкомысленно относится к этому. И если Аллах субхану ва тааля заберет его душу, и он не проснулся на утренний намаз, и заберет его душу уже после того, как встанет солнце, как он ответит за это перед Аллахом субхану ва тааля? Когда у человека будет искренность, любовь к Аллаху субхану ва тааля, искренний подход в этом вопросе, то Аллах субхану ва тааля даст ему возможность легко проснуться на утреннюю молитву. Ва салляллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.